Ну что ж, приступим. Entertainment One Features и Screen Australia представляют в сотрудничестве с Create NSW производство Hopscotch Features Guerrilla Films. Итак, вы не представляете, сколько сейчас дерьма попрет. Нет времени разжевывать, поэтому объясню кратко и доходчиво. Смотрите. Тысячи лет назад, когда древние люди стали приносить животных в жертву богам, они случайно открыли портал, через который демоны проникли в этот мир. Демоны овладели людьми, поселились в их телах, как паразиты, и принялись творить свои мерзкие делишки. Они сеяли насилие и смерть, пожирая души с ненасытным аппетитом. Ужас и только. Затем появились некроманты. Крутые охотники на демонов, с магией в жилах и охрененным оружием в руках. И вот уже тысячи лет они надирают друг другу задницы. Но недавно какой-то злобный сукин сын допетрил, как запихнуть демонов в интернет. И теперь они достают вас даже через телефон. Все понятно? Хорошо. Некромант. Мы вывозим ваше дерьмо. Ближе к Рождеству. Там, где жара. Ранги! Закрой кран! Ранги, заверни кран! О, мать твою! Заверни кран! Дерьмо. Дерьмо! Оно самое, брат. Что смотришь? Осел хочет трахнуть телефонную будку. Оборжаться. Зачем смотреть такое? Хочешь, на вот посмотри. Убери от меня это. Говард, ты что там в труселях красуешься? Решил подзагореть. Отработайте в папину смену, тупицы. У него опять похмелье ему до балды. Нет, нет, мы 17 часов отдежурили, да. Еще не спали даже. Мама так распорядилась. ПИ ВНВ. Что за ПИ ВНВ? Проблемы индейцев вождя не волнуют. ПИ... Дерьмо собачье! Нет, дерьмо человечье, приятель. Это наш заработок. Итак, слушайте сюда. Обезьяны, вы беспонтовые, сели в грузовик и покатились. До скорого, лохи. Да, братец твой, та еще скотина. Сводный братец. Поешь и танцуешь, в будущем ожидает, что не знаешь. Бум, бум. Так давай веселись, пока ребенок. И не забудь, что молодость не вечна. Давай, подпевай! Да ты мой ангел, да. Мой бесценный ангел. Шо? Я скорей! Возьму! Сейчас! Да, мать твою! Стой! Ну ты паскудник! Что естественно, то не стыдно. Хочешь сыграть в игру, которая навсегда изменит твой мир?
Ну что ж, да. Играть. Хочешь играть? Конечно, да. Игра запущена. Новый пользователь на ранге 69. Нет. Сядь уже на место. Не глупи. Что ты делаешь? Я ищу призраков. С этой прогой можно увидеть призраков, но я не вижу. Ты про души умерших? Да. Это как в той игре, где надо было странных монстров собирать. Что? Находить и ловить при помощи смартфона. Круто, парень. И сколько можно залипать там? А что еще делать, когда мы 3 часа едем? Как что? Побеседовать, например? Со мной? Вербальная коммуникация. Обмен информацией при помощи рта. Забыл? Ты хочешь со мной при помощи рта чем-то обменяться? Не тем, о чем ты подумал, нет. Но вот насчет побеседовать, да. Тогда ладно. Давай побеседуем. Начинай. И начну. Играй. Обнаружены призраки. Тормози, давай! Вот дерьмо! О, дерьмо! О, да, да, малыш! Обнаружены призраки. Ты только посмотри! Обнаружены призраки. Это призрак! Графика в этой игрушке улетная. Брат, зацени! Ты издеваешься надо мной? Я думал, мы собаку сбили или еще что? Ты с ума сошел? Чертов телефон! И как же его ловить? Коснись дважды, чтобы поймать. Да? Вот так! Да дела-то? Ты че, друг? Ты чего? Что с тобой? Я не знаю. Это было как будто мне нож в затылок вонзили. Опухоль мозга, возможно. Никакая это не опухоль. Возможно... Говорю, не опухоль. Ладно, ты... О, друг, ты с таблетками не переборщи. Забыл, как в тот раз упоролся? Кричал потом про пришельцев что-то. И моей тете дал пинка. Это всего раз было. Что еще за хрень? А? Некропот. А, я про них читал. Да, их натыкали повсюду. Они вроде супер-пупер передатчиков, как-то так. Поэтому и графика высший класс. Стоп, эта хрень имеет отношение к твоей игре? Хорошо, что напомнил. Здесь где-то рейв ошивается. О, да, смотри, смотри! Друг! Ха-ха! Обалдеть, да? У меня от этой штуки мурашки. Да, невероятно. Идем, мы уезжаем. А! Добрый вечер, мэм. Как дела? Гинзберг. На тебе нет шапки Санта-Клауса. Теперь порядок. Итак, некроподы, новости? Да, конечно, некроподы, да. Новые батарейные блоки, которые вы предоставили, уже установлены. На прошлой неделе игру запустили, и по нашим расчетам, количество устройств, на которых будет загружено приложение, достигнет... 1 300 000.
Извини, одну секунду. Я... Если что-то сорвется, я убью каждого из здесь присутствующих. Смешно. Заводи мотор. Всему городу из сети исчезают некроманты. Мы никого не видим. Либо заблокированы, либо мертвы. Это Финниган. Значит, она сделала ход. Призрак. О, нет! Призрак. Слушай, эти призраки здесь повсюду. Обнаружены призраки. Давай. Притормози, я увеличу свой счет. Нет, я не остановлюсь ради того, чтобы ты в свою долбанную игру резался. Достань голову из зада. Достань голову из зада. Достань голову из... Мать твою! Объект не установлен. Что это за хрень? Что с тобой происходит? Друг, это с тобой что? Ты как из страшилки. Объект не установлен. Какой-то такой странный весь. Объект не установлен. О, эй! Объект, а ты случайно не призрак? Ну да. Так бы ты и признался. Я сейчас тебя в призрака превращу! Кончай! Объект я чуть не грузовик не разбил, Ранги! Да что с тобой вообще? Ты до смерти напугал объект меня! Объект не установлен. Что ты делаешь? Что ты опять делаешь? Страшно, хочу кое-что проверить. Ранги, слушай, завязывай с этим немедленно. Что там такое? Сигнал мощнейший. Кто это там? О, не может быть, это просто невозможно. Твою мать! Друг! Да что с тобой происходит? Что ты со мной сделал? Я просто тыкал в телефон, как вдруг случился ведь этот дурдом! Какого хрена? Что с тобой? Гоби! У тебя кровь из ушей идет, брат! Это совсем нехорошо, брат! Я отвезу тебя в больницу! Гоби! Да что с тобой такое? Я помочь тебе хочу! Это что, шутка такая? Рви, терзай, убей, съешь. Ты тоже это видишь? Да, я вижу это, брат. Эй, какого? Нет, 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 нет! О, нет! Нет, не надо! Тварь!
дерьмо. Прости, брат! Вот это да. Ух ты. Старая технология? Так и есть. Эта штука пробыла в нем дольше, чем ты живешь. Да. Вставляй новый. А! Нет, мать твою! Эй! Что за дрянь? Вы в меня вживили? Что здесь происходит? А? Кто вы вообще такие? Меня зовут Лютер. А это мои дочки. Это Торкель и Молли. Ну и на первый вопрос отвечу. Это скрэмблер. Новая версия. Вживленный в твою голову, он не дает тебя обнаружить. Что? Чудаковатые у тебя друзья, брат. Ау, ты че? Это еще зачем? Может, сядешь? Нет, спасибо, я не хочу садиться. Прошу тебя, сядь. Говард, ты некромант. Охотник на демонов, вроде нас. Повтори. Ты являешься одним из последних выживших представителей самого могущественного клана. В те времена, когда твоя мать и отец... Погоди, постой, прости, одну минуту. Ты что, знаешь моих настоящих родителей? Я знал их прежде. Генри и Финниган. Твоя мама. В ее жилах кровь великой европейской династии некромантов, чрезвычайно могущественной, проводит обряд экзорцизма одними голыми руками. На пару с твоим отцом она убила тысячи демонов, и они были первыми, кто обнаружил активность демонов в интернете. Древние мерзавцы расползлись по всей сети, растлевая души быстрее, чем когда-либо. Но Генри и Финниган изобрели способ забросить свои души в интернет. Так мы могли найти и уничтожить гада быстрее быстрого. Но Финниган слишком много времени провела в сети. Демоны добрались до нее. Овладели ею полностью. Она стала пожирателем душ, что питается своими же людьми, как наркомана с преисподней. Каждая поглощенная душа приближала ее к бессмертию и безграничной силе. Она и за тобой шла. Но твой отец опередил ее, он выкрал тебя. Хотел спрятать там, где она не найдет, а когда мы нагнали его, он был мертв. Убит рейфами. Ну, мы решили, что ты тоже мертв. Что стало с моей мамой? Все еще здравствует. Твоя мать послала маньяка с топором отсечь тебе голову. Она убивает некромантов по всему городу. Обезглавливает их. Все, кого мы когда-либо знали, мертвы. Да, твой отец сделал это. Полагаю, Генри вживил в тебя скрэмблер, чтобы защитить. Но ты вернулся домой, Говард.
Ты вернулся домой в тот самый день, когда она вышла из укрытия и перебила всех крепких некромантов в городе, кроме нас и тебя. Ты здесь неспроста, Говард. Какого хрена ты делаешь? Я просто обновил свой старт. Надеюсь, у тебя нет той игры. Игры? Нет. Вообще-то есть? Да, костел, есть, но... ты хрена! Мой телефон! Они уже в здании. Надо сваливать отсюда. Живо! Ранги! Ранги! Друг! Что это, мать вашу, было? Выводите его. Я задержу их. Ни за что. Уходите сейчас же! Вставай! Вставай! Нет. Здравствуй, Лютер. Финниган, 100 лет не виделись. Скажи, где он? Скоро он тебя найдет. Чудно. Эй, Лютер, с Рождеством тебе. Эй! Тварь! В машину! Они уже были мертвы. Идем, надо ехать. Эй! Залезай в фургон! Говард, давай в фургон! Скорее! Приветик. Короче, кажется, теперь я призрак. Не так уж и плохо, кстати. Я могу телепортироваться в сумрак и... могу лицо с себя стянуть, как придурок. Вот, смотри. Да, противно, скажи. Ведьма. В общем, я успел осмотреться. Похоже, что призраки повсюду. Но они какие-то тормознутые. Вот я другой. Я думаю, это потому, что ты со мной что-то сделал. Просто, куда бы я ни пошел, меня притягивает обратно к тебе. Почему это? Не знаю. Я не знаю. Порядок, мистер Норт.
Мой покойный друг слетел с потолка и стянул с себя лицо. Нет, непорядок. Вы это видите? М? Вижу что? Друг, он ничего не видит. Я же призрак. Эй, а куда подевались красивые медсестрички? У этого не лицо, а обряженный в парик пенис. Вы не слышали? Что не слышал? Да вот, что он сказал про пенис. Схожу за доктором. Смотри. Что это? Что это? Галлюцинация, вызванная стрессом. Выходит, я галлюцинация? Да, все верно. Выходит. Галлюцинация может так? Нет, нет! Что? Решат, что это сделал я. И? А не пошел бы ты преследовать кого-нибудь другого? Я себя хреново чувствую. А мне, по-твоему, лучше? Я умер и вынужден тусоваться рядом с тобой, зануда. Даже телефона нет. Из-за твоего проклятого телефона мы в это и вляпались. Да что я в самом деле? Я припираюсь с плодом своей фантазии. Эй, кого ты назвал плодом, ты? Что-то приближается. Говард Норт. Водительские права выданы в городе Пламптон. Да это просто глухомань. Мне ли не знать, а вы точно мой доктор? Вы принимаете нейролептики. Это же для психов. И как давно вы на них сидите? С самого детства. Почему? Склонен отправлять людей на больничную койку. А еще иногда я вижу то, чего нет. Кто сказал, что этого нет? Ты копия своего отца. Но, кажется, унаследовал мой темперамент. Это интересно. Ты побледнел, как привидение. Какая у тебя температура? Ты моя мать. Я рада знакомству, Мономур. Та самая, что убила стольких людей и высосала из них души? Бросила меня ребенком и убила моего отца, та самая мать? Ну, может быть, что-то из этого на моей совести. Таково мое туманное прошлое. Но я тебе вот что скажу. Я никогда, поверь, никогда не бросала тебя. Ты послала человека с топором мне голову отсечь? Ладно. Ладно, я признаю это. Но я тогда и понятия не имела, что это ты. Каким же монстром ты меня представляешь? Они тебе не помогут. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Ты убийца-психопатка! Напрасно ты их послушал. Те некроманты насквозь лживы. По-моему, это ты лжива. Возьми меня за руку. Ну же. Смелей. Ты чувствуешь? В ней столько силы, сколько ты за всю свою короткую жизнь ощущал. И это только вершина айсберга.
Ковард. Я твоя мать. Я скучала по тебе. И я люблю тебя. Бесконечно люблю. А то, что я предлагаю, гораздо интересней. Кстати, тот скрэмблер, что находится у тебя в голове. Пожалуйста, возьми этот кабель и воткни в него. И что будет? Тогда твоя боль уйдет. И в тот же момент все наполнится удовольствием и радостью, радостью, радостью навечно. Там что, душа в этой коробке? Не будь дряхлый, Ковард! Говорят тебе, воткни кабель! Или ты уходишь с нами, или уйдешь за ней. Я с вами. Происходит на самом деле? Да, все это на самом деле. Мать пыталась скормить мне душу через дырку у меня в затылке. Правда? Ну, хорошо, что не скормила. В противном случае нам пришлось бы скормить пулю через дырку у тебя во лбу. Я прямо сейчас вижу толпы мертвяков. Не бойся. Ты привыкнешь к странностям. Это надежное место? Да, расслабься. Безопасная зона. Здесь повсюду скрэмблеры. Рейф. Что? Не может быть, где он? Какого? Молли, где он? Он там! Вот он! Стоп, стоп, постой, постой! Нет! Нет, стой! У тебя что, крыша стой, ездит? Это мой друг! Это мой друг! Эй, я пришел с миром! Ясно? Не стреляйте! Круто! Ты, болван, и телефон свой прихватил? Нет. Хорошо. Интересно. Похоже, Говард создал себе ручного Рейфа. Я Рейф? Я думал, я призрак. В чем разница? Ты вроде призрака на стероидах. Что это? За этим мы и пришли. Идем. Это призраки, которых втягивает внутрь некроподов. И вся эта энергия вливается в сеть. Прямиком в руки, сам знаешь, кому. Кому? Твоей матери, Финниган. Кому же еще? Откуда мне это знать? Ну да. Так, иди сюда. Это карта города. Некроподы формируют гигантскую пентаграмму. А пентаграмма — это символ призыва. Ух ты, простите, я прямо подсел на это. Завязывай. Ладно, вот, надень. Да, прямо по курсу. У того здания где-то на середине стены. Видишь его? А, некропод, да. Нужно добраться до некропода, вскрыть его и посмотреть, что там внутри. Пойдешь с нами? Это не ответ. Дайте мне одну минуту, пожалуйста. У нас нет минуты, Пижон. Послушай. Нет, ты послушай. Ты слушай. Я сегодня узнал, что вхожу в какой-то странный антисатанинский супергеройский клубешник. И что моя мать убила моего отца и кучу других людей, сожрав их жалкие души. Из-за этого дерьма я всю жизнь мотался по приемным семьям, думая, что я Оливер Твист. Но оказалось, я Мерлин, гребаный волшебник. Демоны с топорами нападают на меня. Из телефонов, чтобы убить. Ха! Сегодня из меня пытались высосать душу прямо через голову, а теперь вы просите помочь вам спереть некую штуку со стены, которую охраняет, пожалуй, самая страшная тварь из всех, что я видел в своей жизни. Простите, подвиньтесь, но мне нужно подумать. Дайте мне, мать вашу, минуту!
Ух! Дайте вы ему минуту. Конечно. Я дам тебе минуту. Может, ту самую минуту, в которую, спасая твой зад, погиб наш отец? Тор, остынь. Пойми, убегать от нее – это не вариант. Рано или поздно она обнаружит и убьет нас. Говард, отец сказал, ты здесь не случайно. Дай мне один день. Я обучу тебя. Ты сможешь. И потом, разве у тебя есть дела поинтереснее? Решай. Пещера Бэтмена! Это убойная станция. Что-то вроде скотобойни для демонов. Не пугайся так, Говард. Это безопасная зона. Это твой спарринг-партнер. Я видела сегодня, как ты голыми руками запихнул демона в телефонный кабель. Готова поспорить, у тебя нехилый удар. Ударить? Как... Нет, не руками, Говард. Как-то так. Правда? Не знаю, как это... Отнесись к этому серьезно. Я просто... Не могу! Я сейчас навалю в штаны! Я навалю в штаны! Начнем с того, что попроще. Закрой глаза. Расслабься. Спокойно, не спеши. Ты чувствуешь? Чувствую. Хорошо. Продолжай. Да. Открой глаза. Ударь по груше. Ты смотри. Я вам другую куплю. Это некропортал. Впихиваешь дух демона в эту штуку и воскрешаешь реального живого демона из этой тягучей жижи. Как 3D-принтер для демонов? Вроде того.
Ни в коем случае не подноси к этой штуке открытый огонь. Почему? Она взорвется. Ух ты! Доспехи супергероя! Обалдеть! Это специальная защита от одержимости. Если ты внутри пентаграммы с живым демоном, на тебе должно быть это. Или тварь попытается запрыгнуть тебе в голову, и если глубоко засядет, то нам придется... убить тебя. Круто. Ого. Внутри каждого из ящиков по демону. Мы называем их ловушками. Мы выталкиваем демона из человека-носителя и закупориваем ящик. Вот этот. Очень опасный мерзавец. Твоя задача – протолкнуть демона из ловушки по этим кабелям прямо в портал. Затем, когда та штука засветится как рождественская ель, воскрешаешь его. Вот так беру и воскрешаю, и все? Да? Сориентируешься. Ладно, я понял. Поверь мне. А дальше что делать? Потом в дело вступает старушка Бетси. Старушка Бетси? Это старушка Бетси. Будешь готов, скажи. Значит, я проталкиваю эту штуку вон туда, в портал, затем рождественская ель, затем... затем воскрешение. Да, жеребец. А дальше мы сами. А, мать твою! А, господи! Эй, вдохни. Расслабься и за работу. Да, ладно. Хорошо. Сейчас. Спокойно, Говард. Вот ублюдок. Эй, Ларч, подготовь команду. Да, мадам. Итак, вот наш план. Под городом система электрических туннелей, ведущая к удаленному некроподу. Мы зарядим плазменные пушки. А мне дадут пушку? Ты же рейв, дубина. Как ты ее держать будешь? Не знаю. Я думал, у вас и для призраков есть оружие. Так о чем я? О пушках. Точно. Мы зарядим их. Проскочим через туннели как можно быстрее. Там есть точка доступа метров 15 от некропода. Вот это. Торкель пойдет первой, она вырубит рейфа. Может, мне вырубить? Ты пока не готов. Придумал. Я могу вовлечь его в гусиную погоню. Гусиная погоня? Эй, забудьте о гусиной погоне. Торкель размажет рейфа, и сразу после этого ты взорвешь хлопушку. Минуточку. Какую хлопушку? Электромагнитную бомбу, чтобы вырубить телефон. Твоя мать потеряет из виду всех демонов, мы выиграем время. Круто. Затем я возьму некропод. Мы вернемся в туннели и побежим со всех ног. Вопросы? А я? Что буду делать? Ни хрена не будешь. Постарайся не мешать. Но если увидишь гусей, гони их. Это здесь.
Хорошо. Дай мне хлопушку. Активировано. Когда она рванет, мало не покажется. Так что будь готов. Держи. Это детонатор. Не вздумай нажать на кнопку, пока я не подам сигнал. Ладно. Извините. А, постой, подожди. Прости, а какой сигнал? Порядок? У меня в руке детонатор бомбы. Нет, не порядок. Ясно. И что тебе нужно? Слова поддержки? Чтобы ты посмотрела мне в глаза и сказала, что все пройдет супер круто. Вот что мне нужно. Хорошо, все будет круто. Супер круто. Супер круто. Эй! Любовничек! У нас всего один шанс. Будь добр, не облажайся. Ладно. Увидимся после. Смотри, не промажь. Скажешь тоже. Слыхал, командиршу? Не облажайся. Спасибо. Вот дерьмо. Ты что, мать твою, вытворяешь? Вот дерьмо. Прости, брат. Мать твою, Говард! Иди, давай! Я попал в него? Алло. Ранги! 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 Эй, Ранги! Эй, Ранги! Облажался. У тебя было другое задание. Я тебя услышал.
Говард, мне совсем не нравится, что ты ошиваешься с подобного рода девицами, Говард. Они не подходят тебе. У тебя появился личный питомец Рейв. Славный. Я дам тебе последний шанс. А затем не будет никаких поблажек. Ну же, Говард. Вернись домой. Пошла ты, мама. Пошла ты, мама? Лучше, что придумал. О, друг, смотри, что она мне с лицом сделала. Ах ты, гаденыш. Как я выгляжу? Класс, просто класс. Лучше? Да, намного лучше. Это голова! Что за хрень? Это дядя Дэйв. Вы знаете его? Да, это дядя Дэйв. Там только голова? Включи ее. А ты уверена, Включи что... Включи ее. Дэвид, ты слышишь меня? Молли, это ты? Да, 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 это я. Дешевая потаскуха, шлюха, не получи меня. О, боже, мне так жаль, Молли. Они заставляют меня говорить гадости. Думать гадости. Мать твою! Ососи у меня, жри мое дерьмо. О нет, простите, я себя не контролирую. Членососка, вылези мне лицо через анус. Слушайте, он напоминает мне моего дядю. А? Дэвид, Финниган сделала это с тобой. Она кормит нас мертвыми душами. Заставляет нас... Она заставляет нас... Пожирать их наполняет нас силой. Нечистой силой. Нас? Но что значит нас? Вас много? Всех нас. Захлопни свою пасть. Всех нас. Ты хочешь сказать, что внутри каждого некропода голова некроманта? Да. Но зачем ей это нужно? Она использует... Чертница! Натвою, верблюжью сиська, отвали! Нашу совместную силу, чтобы собрать миллион человеческих душ в одну сеть. Но как? Через игру. Что она будет делать с миллионом душ, Дэйв? Питаться ими с такой огромной силой. Она же владеет интернетом полностью. Ага. У нее будет доступ к каждой гребаной душе на Земле. Сколько у нас времени? Не так много. Стоит поспешить. Молли! Освободи меня, Молли! Освободи меня! Прошу!
Ваши головы следующие, шлюхи паршивые. Нужен доступ к нашим системам безопасности. Каков план? Я заброшу себя туда. Я заброшу себя в интернет. Энтограмма готова на 85%. Ты слышишь это, Лютер? Наша пентаграмма почти готова. Ты знаешь, что это значит? Это значит, мы высосим из них души. Я буду вечно красивой, а ты всего лишь головой в ящике. Система готова к загрузке души. Эй, я думал, Молли туда пойдет. Эй, что ты делаешь? Верни меня. Стой, нет! Идет передача души. Она внутри сети. Я вытащу ее оттуда. Стой, 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 стой. Она все равно уже там. Давай дадим ей шанс. У нее получается. Она проникла. Прием данных. Проникновение. 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 Опасное сближение. Что это? Вот дерьмо! Надо вытаскивать ее! Отойди! Отойди отсюда! Втащи ее! Втащи обратно! Но как? Прошу, сделай это! Но... Давай! Давай! Давай же! Мать твою, с ее головой! Эй, Гоуи. Надо отсюда когти рвать.
Я там должна лежать. Никому не стало бы от этого лучше. Я могла бы остановить ее. Я слишком сильно тащил, я облажался. Нет, не вини себя. Это я толкнула тебя на это. Я сама. И вот она мертва. Они все нахрен мертвы. Я слышал ее. Я был так близко. Но я запаниковал. Я изо всех сил ее оттолкнул. Потому что... Я вдруг почувствовал ее вкус. Вкус ее души. И мне это понравилось. Понравилась душа моей сестры? Нет. Нет, я не это имел в виду, нет. Нет, я не это хотел. Понравилась на вкус душа моей сестры? Брось, Молли, я не это имел в виду. И затем ее голова взорвалась. А знаешь что? Я понятия не имею, кто ты, Говард Норт. Ты появился из ниоткуда. И теперь абсолютно все мертвы. Но я точно знаю... Что ты имеешь отношение к чокнутой сумасбродной психопатке? И где ты был последние 20 лет? Откуда мне знать, что ты не работаешь на нее? Какова мать, таков и сын? Ты грязный пожиратель, гребаный душ! Может, мне лучше башку тебя отстрелить прямо сейчас? Может, оно и лучше. Ну, давай. Стреляй. Либо ты веришь мне, либо нет. Эй! Привет. Твоя сестра просила передать, чтобы вы прекратили препираться. И вытащили ее из ловушки. Это все. Он прав. Она там. И она в бешенстве. И как нам ее вытащить? Я не знаю, я с таким еще не сталкивалась. Есть же способ ее вытащить. Я его не знаю. Но ты. Воспользуйтесь 3D-принтером. Вы такое уже делали? Нет. С душами людей нет. Thank you.
Как ощущения? Экстравагантно. Загрузка завершена? Нет. И все данные повреждены. Не переживай, я запомнила всю ее систему. Каждый файл. Полностью. Она вся здесь. Сожги. Спасибо, что вернули меня из мертвых. О, на здоровье, Торки. Мать твою! Да чтоб тебя! Хорошая новость. У меня есть план. Бодибилдинг. Это здесь. Идем. Я подключу нас к главному компьютеру, а ты сними этих тварей. У нас хвоста. Идет? Идет. Смотри в оба, ладно? Ладно. Три, два, один. Пентаграмма готова на 100%. Потанцуем? Нет.
Она убивает всех подряд. Она сделала это. Она себя взорвала. Душа Финниган. Ловушка подключена. Не сработало. Финниган прорывается назад. Что ты задумала? Молли! Просто вытолкнешь ее обратно. Одну минуту. Вытолкну откуда? Из меня. Я верю тебе. Молли! Нет! 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 Молли! Молли, нет! Молли! 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 Нет! Кто тут вел себя как проказник? Ты хотя бы представляешь, сколько труда я положила, чтобы осуществить это? Но ты и твоя маленькая подоскушка все пустили коту под хвост. Ну давай, проделай дырку в своей подружке. Мне наплевать. Зачем ты вообще вылез из-под камня, под которым твой отец когда-то похоронил тебя? Теперь мне потребуются годы. Много. Много лет, чтобы все исправить. Прекрасно знаю, каково это. Давай, поцелуй свою мамочку. Друг, теперь тебе ходить, ходить и ходить по психотерапевтам. Ага. Стой! Только не дергайся. Да? Хорошо. Ну как ты? Получилось? Да. Думаю, мы ее поймали. Давай уничтожим эту стерву. Как думаешь, ты готов это сделать? Распечатать на 3D-принтере мамашу и размазать ее из плазменной базуки? Да, готов. Да отвали ты! Отвали! Я к тому, что когда мы воскресим ее, она будет выглядеть иначе. Ее душа развращена до самого предела. Уродство то еще.
Молли. Thank you.
Ты вернул меня. Да, а как иначе? Спасибо. Не благодари. Что я пропустил? Говард Бен О'Тул. Финниган Моника Белуччи. Молли Кэролайн Форд. Торкель Тесс Гаубрих. Ранги Эпин Боб Сави. Лютер Дэвид Уэнэм. Год спустя. Где я нахрен припарковался? Дядька? Дядька? Авторы сценария Кия Роуч-Тернер и Тристан Роуч-Тернер. Продюсеры Тристан Роуч-Тернер, Эндрю Мейсон, Трой Льюм. Оператор Тим Негл. Художник-постановщик Николас Дейл. Фильм братьев Роуч-Тернер. Некроман. Фильм дублирован объединением «Мосфильммастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Парадис» в 2019 году.